О, черт, только не это! Нужно быстрее спрятаться, банда! Что творим, бро? Меня зовут Царь Геонис, и это срочное включение! Только что в мой дом влез настоящий маньяк! Это мороженщик Робби, похоже, что он хочет меня убить! Уже ранее я призывал его в 3 часа ночи, и однажды я даже снял с него маску! И похоже, что теперь он хочет убить меня за все то, что я с ним сделал! Он внезапно влез в мою квартиру, и как только я его убил, я сразу же побежал прятаться. Он пришел, когда я точно этого не ожидал. Но все же, банда, я смог спрятаться. И у меня по всему дому стоят скрытые камеры. Мы сможем за ним проследить и узнать все, что он делает. Ну и, банда, если мы под этим видео наберем 20 тысяч лайков, тогда я сделаю куклу Вуду на мороженщика, чтобы уничтожить его навсегда. Именно поэтому, бандит, скорее ставь лайк, а также чекай описание, ведь там ссылки на все мои социальные сети, где я общаюсь с вами, банда. И также, бандит, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Supreme банду, в самую сильную банду на ютубе. Ведь ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. Ну, а я тем временем, банда, буду сидеть здесь тихо и смотреть по скрытым камерам. Погнали! Банда, я надеюсь, вы готовы. Давайте по скрытым камерам посмотрим, что же мороженщик делает в моем доме. О, господи, вы только посмотрите, вот же он. Я вам говорил, банда, он реально в моем доме. И похоже, что он ищет меня. Он думал, что я сплю. Это такая жесть, банда. Посмотрите, он проверяет все шкафчики. Он также сама может заглянуть туда, где я сейчас сижу. Это просто жесть, банда. Похоже, он очень злится, что не может меня найти и убить. Я так его боюсь, вы даже не представляете. Это жесть, банда, что он собирается дальше делать. Он просто уходит с этой комнаты, вы видите это? О, нет, он в этой комнате. Нужно вести себя максимально тихо. Это жесть, он все так осматривает, я просто в шоке. Посмотрите на него, какой же он страшный. Не знаю, как вам, банда, но эта маска меня очень сильно пугает. И он, похоже, реально ищет меня, это жесть. О, черт, банда, я так переживаю, надеюсь, что он меня не услышит, иначе он меня сразу убьет. Это просто жесть, банда, он самый опасный маньяк, которого я только знаю. Но куда он уходит? Посмотрите на это, банда, он покидает мою квартиру. Неужели это все? Он просто меня не нашел и ушел с моей квартиры. Получается, что мне только нужно спрятаться от маньяков, и они сами уходят. Это просто жесть. О, нет, банда, он возвращается, и он что-то тащит. Что это такое? Я не понимаю, что это в черном мешке. Неужели это труп? О, черт, банда, просто посмотрите на это. Неужели он в мою квартиру притащил труп? Вы видите это? Просто жесть, это реально очень сильно похоже на труп. Просто ужас. И куда он уходит? Зачем он его сюда притащил? Как мне все это объяснить полиции? Он просто ушел. Окей, банда, я думаю, что нужно выйти наружу и посмотреть, что в этом мешке. Возможно, там все-таки нету трупа. Он просто пытается меня напугать. Но если там реальный труп, то нужно срочно вызвать полицию, поэтому идем быстрее. Окей, банда, как-то так аккуратно вылезаем. Главное, чтобы он нас не услышал, и нужно вести себя тише, потому что он может вернуться в любой момент. О, черт, просто посмотрите, вот этот труп в мешке. Я просто в шоке, мороженщика вроде бы нигде не видно. Просто посмотрите, что это такое. О, нет, кто-то пришел. Что это такое? Это не мой труп, это мороженщик принес. Какой еще мороженщик? Тот самый мороженщик, с которого мы снимали маску. Он сегодня пришел в 3 часа ночи и хотел меня убить. Но когда он меня не нашел, он притащил этот труп, и ты не поверишь, он даже его расчленил. Достал его кишки и отрубал ему руку. А потом эту руку он съел, он просто приготовил ее на нашей плите. Это ужасно, Настя, я не знаю, что делать с этим трупом теперь. Я тоже не знаю, куда его девать. Там кто-то пришел, быстрее прячемся, это может быть он. Это мороженщик, я же говорил тебе, что он пришел к нам домой. Я не могла поверить, что он нашел нас после переезда. Я тоже в шоке, он залез в нашу квартиру через балкон. Только вдумайся в это. Он реально хочет меня убить, банда, я просто в шоке.
Но что он дальше собирается делать с этим трупом? Нужно срочно придумать какой-то план, как его выманить с квартиры, Настя. У тебя есть какая-то идея? Да, есть одна, но она тебе не понравится. В моем плане ты должна быть приманкой. Ты должна выйти и что-то кричать мороженщику, после чего он тебя услышит и захочет тебя убить. И как только он за тобой побежит, я сразу же нападу на него сзади и вырублю. Как тебе такая идея? Ну не знаю, мне очень страшно. Мы сможем его тогда еще и разрезать и узнаем, что у него внутри. Давай, у тебя получится. Хорошо. О, черт, Настя, я верю в тебя, давай. Эй, ты кто такой? О, черт, банда. О, господи, он его услышал. И посмотрите, у него нож. Я сейчас вызову полицию, ты кто такой? О, черт, только не это. Настя смогла убежать, просто посмотрите, он хочет ее убить, он пытается выломать двери, я в шоке. Это мой шанс его вырубить, банда, нужно действовать быстрее, пока он не выломал двери. Это мой шанс, банда, попался, мороженщик. О, черт, банда, я смог его поймать. О, господи, а! О, черт, нет, только не это, отойди от меня. О, господи, это просто жесть, какой он страшный, не подходи. О, черт, банда, я в шоке, нет, отойди от меня, на. Черт! Похоже, что я его вырубил, банда, вы видели это? Это жесть, просто посмотрите на него! Что случилось? Я смог его вырубить! Отлично, давай его разрежем! О, точно, я и забыл об этом, помоги мне донести его к столу, он очень тяжелый! О, черт, просто жесть! Ой, себе, как у тебя получилось его вырубить? Не знаю, я просто очень сильно испугался! Окей, давай поднимаем! Да, сейчас! Окей, банда, как-то так, мы не смогли его положить на стол, потому что он очень тяжелый! Тем не менее, у нас тут настоящий мороженщик, Роб, которого мы сегодня разрежем. И узнаем все самые сокровенные тайны. Но все же, банда, давайте уже приступим к его разрезанию. Для начала нам нужно убрать этот уродливый синий фартук, который нам мешает. Надеюсь, вы готовы. О, черт, просто посмотри, о, что господи! Это! Здесь огромный рот монстра, да. Что он здесь делает? Неужели это не человек, а какой-то монстр, о, банда, господи. Только вдумайтесь в это! Здесь еще настоящие зубы, просто аккуратней. Посмотри! Я просто в шоке, банда, что здесь вообще происходит? Я никак не ожидал увидеть это! А что если этим ртом он ест людей? Посмотрите, какой он страшный! Я просто в шоке, банда, что вообще происходит? Но все же нам нужно как-то аккуратно обойти этот рот, чтобы его разрезать. Я предлагаю закрыть его этим фартуком, чтобы совсем его не видеть. Вот, да. Разрежем где-то здесь снизу, туда мы достанем все его органы. Окей, банда, как-то так. Я все еще не могу поверить то, что у него здесь огромный рот монстра. Тем не менее, банда, давайте уже быстрее его разрежем. Я очень переживаю, чтобы он сейчас не очнулся. Для начала давайте расстегнем его рубашку и посмотрим на его тело. Я уже чувствую огромный холод, банда, как будто там температура минус 50 градусов. И посмотрите, там полностью белая кожа, ты видишь это? Да, я вижу, как о, это? О, черт, она такая холодная, просто жесть. Тем не менее, давайте уже его разрежем, вот мой нож. О, господи, я так переживаю, просто посмотрите. Я реально разрезаю мороженщика, вы видите это? Итак, я что-то нащупал, что это? О, господи, банда, что это такое? О, господи! Это похоже на его сердце, ты видишь да. это? Просто ужас, банда, гляньте, о, что господи. Это такое? Думаю, что после этого он уже точно не очнется, мы в полной безопасности, но нужно его куда-то деть, это жесть! Господи, банда, я просто в шоке, внутри мороженчика было реальное сердце, это такая жесть! Интересно, что еще у него внутри может быть, банда? Посмотри, мне кажется, или я вижу его хребет, ты видишь это? Да, я тоже вижу! Белая огромная кость! Просто да. жесть, банда, я в шоке. Тем не менее, давайте что-то достанем из него. О, господи, посмотри, что это за тряпка. Что? Это жесть, посмотри, это пентаграмма. О, что это значит, банда? Неужели мороженщик какой-то сектант, ты видишь да, это? Да, вижу. О, черт, просто какой-то ужас, банда, давайте продолжим доставать. Я еще что-то нащупал, что посмотри. Там? Еще одна тряпка, она полностью в крови, ты видишь о, это? Да. И это похоже на знак дьявола. Еще тряпки, посмотри на это. Господи. Такие же самые странные иероглифы, как и здесь. Я просто в шоке, банда. Интересно, что все это означает. И что будет, если все это сложить вместе.
вместе. Допустим, эту сюда, посмотрите. Господи. Как будто мороженщик, реальный сектант и сатанист. Окей, давайте продолжим из него доставать. Господи, банда, я так переживаю, я что-то нащупал. Что там? Что это такое, банда? О, черт, посмотри. О, господи, это кольцо. Посмотрите на него, это кольцо какого-то культа. Здесь всевидящий глаз, ты видишь это? Да. Неужели мороженщик реально состоял в каком-то культе? О, черт, я просто в шоке, там еще было что-то похожее. О, господи, банда, вот оно, посмотри. Ничего себе. Это жесть, банда, похоже, что в этом культе он занимал не последнее место. Посмотрите на это кольцо. Это жесть, здесь просто коза с рогами, символ дьявола. О, черт, я даже не хочу их одевать, это просто отвратительно. И посмотри на мои руки, там просто все в крови. Окей, тем не менее, банда, давайте продолжим что-то доставать. И я еще что-то чувствую, посмотри, что это? О, господи! Это бокал культиста, ты видишь это? Ничего себе! Он просто все это хранит внутри себя, это жесть! Похоже, что у этих монстров есть какой-то закрытый культ, и они кому-то поклоняются. Возможно, именно поэтому он и есть людей, он приносит их в жертву. Это жесть, банда, от этой теории прям мурашки по коже. Ну давайте продолжим. Господи, банда, я просто в шоке от того, что мы находим в этом монстре. О, черт, посмотрите, где моя рука, ты видишь? Аккуратно. Это жесть, что это? О, черт, господи. Посмотри. О, господи, это какая-то нога, ты видишь это? Это же нога ребенка! Неужели мороженщик убил ребенка? И посмотри, он в пижаме, здесь куча крови! Просто посмотри, настоящая нога ребенка! О, господи, глянь на это! Это жесть, здесь просто все отрублено, я в шоке! Господи, давай просто это выбросим, мы же не будем об этом вспоминать! Посмотри, это череп, ты видишь? О, черт, пап! Я просто в шоке, посмотри на это! Какой здесь ужас. Череп с глазами, ты видишь? Да! Я в шоке, неужели это череп этого ребенка? Он реально мог убить его и просто съесть! Это жесть, банда, я просто в шоке от того, что мы находим настоящий череп, ты видишь? Да! Это ужасно, банда, я не знаю, что делать дальше, нам 100% нужно его остановить! Тем не менее, банда, вот коммент из-под прошлого видео! Просто вглядь, какие они шикарные, идеальные! Дальнейшие комментарии. Ну а бандит, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь что тебе нужно это опуститься ниже, нажать лайк, колокольчик и все про ты уже новое видео. И также пропомни одно, оставайся таким же шикарным. Пока!